И вдобавок я все еще девственник. Где же? Я так оплошал. Эй! Я знаю, что ты дома! Да. Сколько раз тебе говорить? Сделай телек потише! Извините. Ох, вот молодежь пошла. Ты чего встал? Пойдем. Быстрее давай. Ух ты, вот это я вспомнил. Макото, который вечно член в руках вертел. Что? Расстегнутый воротник и широкие брюки? Чё это за стрёмный хулиган? Это же я! Только школьник! Какой же я был лох! Такимичи, они считают нас слабаками. Нужно задать им трёпку. Считают слабаками? И это всё? Драка? Я уже 10 лет ни с кем не дрался, будет больно! Мне страшно! Чёрт, я так не могу! Мы же уже договорились с вашим боссом, Масару. Масару? Слышь, Масару! Чего? Можно и не орать, я и так слышу. Пойди-ка купи нам всем водички, Масару! Эй, Такимичи! А что... с деньгами? Чё? Каждый удар в лицо будет стоить 100 йен. Давай посчитаем. 1, 2... Ладно, я заплачу! Чё разорались? Я тут вообще-то тоске предаюсь. Эй! А? А ну заткнулись, придурки! Идите! Я сейчас! Ой, как зол, ребята! Извини! Чего? Опасно вот так тут оставлять бутылку. А, извини. Нужно проявить дух. Будь готов, что тебя ударят. Но не отступай. Конспект писать не надо.